Всем привет! Сегодня я зачитаю вам письмо, пример от моей подписчицы, так как когда у меня очень долго, сразу скажу, публикуются в течение где-то месяца истории, которые вы мне присылаете, потому что очередь истории очень большая. И девушка написала свою историю, но я, скажем так, зачитаю окончание, пока оно готовилось к публикации, история уже закончилась, но у девушки, скажем так, нужный совет, она в таком состоянии, вот в этом истероидном находится на данный момент, в панике какой-то, как, короче, себя вести, она в стрессе на данный момент, и мы должны дать вам с вами советы, как, собственно, ей себя сейчас вести, как-то подбодрить человека и дать наметки на будущее. Давайте сначала зачитаю историю. Здравствуйте, Галина, зовут меня Татьяна, мне 47 лет, живу в России, в Самаре. Заинтересовалась жизнью в Турции после того, как познакомилась на сайте с турком. И выйти за турка замуж, полететь за его или за свой счет в Турцию, поменять гражданство или еще что-то такое, выгоды какой-то, я не преследовала и не преследую. Об этом я сказала и ему. По-русски он говорит не просто хорошо, а великолепно, почти без акцента, даже знает российскую историю, фильмы, песни, смотрит российское телевидение и слушает наше радио. Я бы уже сразу задумалась в этом, что, собственно, у меня, поверьте, муж женатый на мне, на русской, всего этого не делает и русский язык не знает. Пишет по-русски тоже удивительно хорошо, говорит, что 90-е жил в России, в Воронеже, где его и учила русскому языку женщина, преподаватель, у которой он снимал комнату. Предполагаю, что ей было лет 20 тогда, а не 60, как он рассказывает. Говорит, что у него высшее образование и у родителей. Он вдовец, есть сын, зарегистрирован в ВК, наверное. Там только фото его семьи, друзьях, есть несколько женщин. Ну и так у меня есть несколько мужчин тоже в друзьях. Я не была в Турции, не знаю, как общаться с турецкими мужчинами, нужно ли с ними общаться вообще. Я вам сразу остановлюсь, тоже скажу, что не надо разграничивать страны, люди везде одинаковые люди. Турция, вот уже первая ошибка, не накладывать никакой особенности на его менталитет, на то, как с ним надо общаться. Нормально, как и со всеми, как и с мужчинами в своей стране вы общаетесь. Дальше. Поскольку общение есть, нашла вас в интернете, смотрю ваши блоги, делаю выводы, принимаю правильные решения. Сначала он приглашал меня приехать, но вскользь, оплатить ничего не предлагал, в любви не признавался и сказал просто, что нравлюсь внешне и общение. Я решила для себя, что если еще раз заведет пустой разговор о моем приезде, а у меня еще и тяжелая ситуация дома, мама в плохом состоянии, несовершеннолетний сын, собака, как все это брошу, я его просто заблокирую. Но в этот день он сказал, что прилетит сам, уточнил время моего отпуска, договорились на август. Выяснила, женат ли он, выслал паспорт, не женат. Конечно, пишет ласковые слова, все как вы говорите. А что я, собственно, говорю? Я ничего не обещала. О родителях ничего не говорил, меня с ними не знакомилась, с семьей тоже. Ему тоже 47 лет. Рассказал историю, что после смерти жены жениться пытался 3 раза. Один по настоянию родителей. На свидание турчанка сказала ему, что любит другого. 2 раз тоже турчанка сказала, что хочет, чтобы его сын жил с его родителями, а ее дочь в их основной семье. Они расстались. Ну и 3-я девушка с Украины, которая работала в Турции, торговала шубами. Он познакомил ее с родителями, собирался жениться, у нее был день рождения, а ему нужно было в Болгарию, в командировку. Но он отпросился, чтобы сделать ей сюрприз. Пришел в кафе с кольцом в кармане и букетом, а она сидела на коленях и целовалась с другим мужчиной. Он еще и разговор ее подслушал с подружкой, и оказалось, что его возлюбленной нужно гражданство, и что его она не любит, потому что любит более богатого, который разведется и на ней женится. «Индийский сериал отдыхает», — сказала я ему. В общем, не сложилось. Я честно остановлюсь еще раз и скажу, что это вранье, скорее всего, было. Турецкое гражданство ничего вообще не дает, и нафиг оно никому не нужно. И вообще, короче, жить. Это не Америка, не Европа, где бы из-за гражданства кто-то за кого-то замуж выходил. А чтобы получить чужое гражданство, после свадьбы надо 3 года вместе прожить. Так что это он что-то наврал вам однозначно. Тут я на сайте в любви признавался недавно. Сказал, что в любовь и отношения на расстоянии не верю. И такого не бывает. Поверю, возможно, когда будут поступки, а не слова. А в самом начале общения на вопрос о том, как он справляется с физиологической потребностью мужчины, он ответил, что с этим проблем нет, скоро начнется сезон. Потом перестал говорить на эту тему, и когда я объяснила, что если легко и быстро, то это не я. У меня масса проблем текущих, я бедна, как церковная крыса, и на секс-туры в Турцию я не летаю. Отдых для меня — это нечто другое. Есть масса женщин, которые согласны на твои условия, вот их и окучивай. А нам нужно перестать общаться, так как это ни к чему не приведет. Но пока он не сдается. У меня вопрос, неужели он настолько непрофессионально овладел навыком обольщения и так профессионально врет? А зачем? Это
долгий, дорогой путь в отношении меня. Я абсолютно прагматичная дама, мне много лет. От попытки, от пылких признаний в любви, в оморок и в омут я не падаю, имущество не продаю и за секс денег не плачу. Он не выглядит как курортный мачо совсем. Мне, конечно, приятно все, что он говорит и пишет. Говорит, что зарплата у него в $500, но мне кажется, что в Турции это не особо много для того, чтобы летать в Россию с подарками. Общаюсь с ним вроде бы все хорошо, ждем августа. Смотрю блоги, читаю всевозможные статьи, комментарии. Начинаю понимать, что он прям коварный обольститель, 47 лет, и понимаю, что августа мы будем ждать еще лет 100. О чем я, собственно, и сообщила. В общем, я запуталась. Тут еще вирус этот не прилетит, скажет, что не выпустили из-за карантина. Дура тоже выглядеть не хочется, даже перед самой собой. Забыла рассказать один странный момент. Он часто звонит из дома достаточно поздно. Однажды также позвонил, я услышала голос, то ли детский, то ли женский. Фраза была сказана на турецком языке 2 раза с некоторым промежутком. Сын у него живет с его родителями за 150 километров, но в тот момент его дома не было. Он сказал, что пролил кофе и перезвонит. Действительно перезвонил и задавала ему на эту тему вопросы, но он отрицает все, говорит, что общается только со мной. Если бы был женат на турчанке, в паспорте же были бы изменения, а при заключении брака выдается новый паспорт. Если проживание с русской, то вряд ли стало бы терпеть подобные выходки. Он говорит со мной по-русски. Неужели он врет? А смысл? Я ничего уже не понимаю, как он должен соскочить с общения, если начнет понимать, что все зря и будет продолжать. В общем, это было начало этой истории. Ну, тут все, в принципе, понятно. Однозначно врет, там такой бред вообще, типичный интернет-мачо. Женщина повелась, женщина, проблемы определенно свои личные есть. Готова верить во все, что угодно. При этом она типа, она для отвода глаз себе самой. Говорит о том, что я понимаю, я же не хочу выглядеть дурой, но в итоге все к чему идет. Потому что ее жестко обманывают. Тут уже факты сами за себя говорят, но что это однозначно просто интернет, вот это общение поверхностное ни о чем вообще. Дальше мне приходит письмо. Я вам уже писала в своем общении с турком. В общем, ситуация разрешилась. Я выяснила, что он не свободен, но то, что живет не один, это факт. В последнее время он стал звонить с улицы достаточно поздно. Говорил, что в связи с карантином дома сидеть тяжело, хотя бы вечером погуляет. Все время, пока гулял, мы разговаривали. Когда приходил к квартире, пропадал и говорил, что напишет. Действительно, до часу или двух ночи мы переписывались. Но подозрение... В общем, после последней прогулки он забыл отключить телефон, и я услышала, как он открыл дверь в квартиру, зашел, и тут женский голос его о чем-то спросил. Он бодро так ответил и пошел мыть руки. Соответственно, я отправила сообщение: «Ты забыл выключить телефон, это бывает, только на этот раз мне ничего не послышалось». На его звонки я больше не отвечала, как вы и советовали, что если хотите отвязаться, заблокируйте. Так я и сделала, немного грустно, конечно, но лучше так. Можете озвучить все это у себя в блоге, если посчитаете нужным, интересным, поучительным. Возможно, многие станут осмотрительны, внимательны в своих отношениях. До сих пор не понимаю многих, но не осуждаю, но не понимаю, зачем бросать работу, мужей, детей и мчаться навстречу призрачной мечте замужества. Милые женщины, уважайте себя, выясните до конца, что за человек с вами общается, чтобы слезы не лить потом. Опять же, это не про тех, у кого сложились, получились создать семьи и счастливы, слава богу, но историй с плохими концами очень много. Мне дальше приходит еще одно письмо. И вот из последнего. После всех событий, которые я писала, выйти из психического состояния зависимости очень тяжело. Первые несколько дней была сама не своя. Боль, обида то ли на него, то ли на себя за то, что позволила 1,5 месяца вливать себе в уши эту ерунду. Удаляла все объяснение, а я его и не просила об этом. Был задан вопрос, зачем врал, сказал, что не врал. Анализировала ситуацию и поняла, что это просто НЛП, программирование. Человек занимается подобной деятельностью уже давно. Видимо. Сейчас у меня состояние дикой подавленности, очень много курю, до алкоголя, конечно, не дошло, слава богу. Пыталась оправдать его, обвинять себя, приняла решение выучить турецкий язык, зачем сама себе не могу на это ответить. Жду, что он позвонит, напишет, по крайней мере, извинится, хотя умом понимаю, что этого не будет, да и не нужно. Состояние похоже на сумасшествие, не могу ничего делать, не могу ничего есть, удалила всю информацию о нем и другие отношения завести не могу, поскольку не могу выйти из состояния этого. Может, я и не хочу, мне к психиатру, и тем, кто вступает в такие отношения, особенно возрастным невесткам, нужно понимать, смогут ли они это потянуть психологически или нет. Мой сегодня комментарий на этот долгий ряд писем про психологическое ваше состояние. Вы, конечно, можете самостоятельно все пережить вообще без проблем, да, если бы вы адекватно на все это будете реагировать. Сейчас я вам немножко в этом помогу. Лично у вас тема возраста очень активна. У вас проблемы в семье.
Вы сказали, у меня проблемы с мамой, у меня собака, у меня несовершеннолетний сын, ребенок, как я все это брошу, куда я поеду? Я вам скажу, проблема не в мужчине, не в интернете. Вы там просто хотите туда скрыться, убежаться, спрятаться от своих проблем, которые в вашей жизни происходят. Вам надо решать ваши личные проблемы, которые у вас в семье вашей. У вас это накопилось. Вы хотите просто сбежать от этого всего. Плюс еще проблема возраста. Вы этому в конце письма последнего уделяли время. Вы писали о том, что вот, возрастные, особенно невестки, они должны понимать, смогут ли они это морально пережить. Дело не в возрасте. Не даже вашим отношением к этому, а вашим отношением и надеждам, которые вы возлагали на этого аморфного мужчину. Скажем так, да, это его хобби, его поведение, развлечение, он женат, он вам вообще по факту-то ничего не обещал, вы многое притянули сами, потому что вы этого хотели. И вы на этого мужчину хотели делегировать какие-то свои проблемы, чтобы от них убежать в жизни. Это, я не говорю, что это плохо, я вас никак не оценю. Это нормально. Нормально для позиции избегающей, для избегающего поведения психики человека. Но вам пришло время, вам уже почти 50 лет, вам надо смотреть в глаза своим проблемам, решать свои проблемы, а не пытаться найти человека, который за вас их будет решать. А вы хотите себе найти такого мужчину, либо просто на время с таким мужчиной спрятаться от проблем, которые есть в вашей жизни. Вы должны посмотреть в глаза своим страхам. Какие у вас проблемы? Сядьте, выпишите на листочек. Там, например, вот моя мама. Мы живем, например, все вместе, как вы говорили. Мой несовершеннолетний сын. Что я боюсь, ваши страхи в отношении сына? Например, да, там, учеба, зарабатывание денег. Вы говорили, я бедна, как церковная мышь. У вас там недостаток финансов. Все же в это упирается. Надо решать проблемы в плане работы. Да, сейчас тяжело. Я не говорю про сейчас ситуацию финансовую в стране, кризис, корона, вот эти все дела. Я вообще в общем говорю, да. Вам надо искать решение своих проблем в своей жизни, решать свою жизнь, взять уже ответственность за свою жизнь в свои руки, потому что вы пытаетесь от этого уйти. Не решать проблемы, а найти того человека, кто решит эту проблему или где-то спрятаться. Берете лист, пишите «Моя мама». Страхи отношений своей мамы, например, что она взрослая, пожилая, старая, что она умрет или еще что-то, или что за ней нужно ухаживать, я не могу ей дать достойного ухода, как я могу решить эту проблему? Сын несовершеннолетний, там, например, он не устроен, у него там, он не знает, кем он хочет быть, он не знает, куда пойти учиться, или там нет денег на его учебу. Другая проблема, я, например, одна, я хочу там замуж, я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы там у меня был муж, вот в таком роде. Вы выписываете проблемы, затем вы их очерчиваете. И у каждой проблемы минимум по два решения этой проблемы вы должны найти, заставить себя. Как я могу решить проблему, например, со своим несовершеннолетним сыном, да? Чтобы он определился, кем он хочет, ну, просто абстрактно, да, кем он хочет быть в жизни, так. Я могу с ним побеседовать, во-вторых, я могу его там отдать на какие-то, в кружок какой-то записать, поинтересоваться вообще, почему мальчик хочет планировать, наладить контакт с ребенком. Или, например, он, у нас нет денег, он заканчивает школу, на институт. Я хочу, чтобы он учился, чтобы у него было хорошее образование, да, соответственно, надо мальчика настраивать на то, чтобы он хорошо учился, чтобы он поступил на бюджет, или он пошел сначала в какой-то колледж до института, или потом пошел на заочку, как-то совмещал учебу и работу, то есть в любой проблеме всегда есть решение. И вы должны сесть и хотя бы просто, не просто в голове, а просто в голове сейчас каша, истерика, страдания. Вот ваша вся неустроенность, вся боль, которая в вашей жизни сейчас происходит с вашими проблемами, вы вот это психически, ваше состояние перенесли на этого мужчину. Что он виноват? Что он вас кинул? Что он там что-то типа вам обещал? На самом деле он просто, ну да, он красиво говорил, по факту ничего не делал. И судя из вашего письма, многое, что он говорил, обещал, вы сами притягивали и надумывали за него вот это все. Короче, не так-то он виноват. В том, что произошло, вы наткнулись на такого мужчину, но такой мог быть и в вашей стране, и вообще хуже еще мог быть какой-нибудь Альфонс, который бы с вас вообще, как вы говорите, я бедна, как церковная мышь, он бы у вас еще и последнее вообще стянул, что у вас есть. Слава богу, вы этого именовали. Вы еще легко отделались. Проблема в том, что вы слишком эмоционально переносите свои проблемы, вот это, проблема не в нем, а вот в ваших проблемах по жизни, в вашей стране, где вы живете. И вы все эти ворох весь эмоционально перенесли на этого человека. Сейчас страдаете. Поймите, что вы страдаете не по его душу, не по его ситуацию. Это ваш крик внутренний, ваша боль от того, как вы живете. Как вы несчастны в своей жизни. Вы своей жизнью недовольны. И ваше разочарование не только в нем, а в том, что вам не удалось найти мужчину, который решит ваши проблемы. Вам нужно менять свою психику, свое поведение, отношения. Вы должны быть не избегающего типа личности,
А скорее всего, вы должны уже стать в 50 годам, нести ответственность за свою жизнь, принятие решений, решать свои проблемы. Как с сыном, так с мамой. Это действительно работа будет психолога. Вам надо насадиться и анализировать. Чтобы вам сейчас стало легче, вы можете, как вы сказали, к психиатру. Ну, желательно, конечно, к психологу сходить. И если вы хотите к психиатру, обратитесь, чтобы вам назначили просто какие-то общие успокаивающие таблетки, которые без даже рецепта врача. Я просто не знаю фармы транквилизаторов безрецептного чего-то в России на данный момент. Я и в названиях уже буду себе, мне с башки все повылетало. Ну, что-то успокаивающее, глицинчику попить. Ну, глицинчик особо не помогает. Ну, короче, вам надо снять вот это острое переживательное состояние и начать улучшать себя, замотивировать себя. А как это сделать, уж извините. Вы там смотрите, я не знаю ваших проблем, что с вами там происходит. Но дело не в мужчине, не в этих страданиях, а дело в вас и ваших проблемах, которые в вашей жизни есть. И, к сожалению, вот в таких случаях, я надеюсь, что это не ваш случай, но в большинстве случаев люди, которые постарше уже полжизни прожили, когда они сталкиваются с какими-то такими проблемами, они хотят их решать. В большинстве своих, процентов 70, могут ходить к психологу, но у них нет желания. Они, им удобнее и лень ехать по накатанным рельсам и поведением своей жизни, как они раньше делали. Они не хотят ничего менять. Их все устраивает на самом деле. Они любят пострадать, поизбегать, но чтобы прям взять и изменить свою жизнь, это единицы. Очень многие люди из негатива питаются энергией, да, то есть пострадают, попереживают, поныть, чтобы их пожалели. А те, кто из позитива берет, что что-то плохое произошло, ой, но все равно я в этом найду положительную сторону. Это вообще, этого очень мало, это мало кто так делает, тем более с возрастом. Все это теряется, какой-то оптимизм, позитив, много проблем, если люди были, в принципе, какие-то на негативе, негативную энергию любят перерабатывать, на ней жить, то они никогда не захотят ничего менять. Так что мой совет, конечно, идти к психологу вам. Потому что вы, вот как показывает практика, в своих проблемах сами разобраться не можете, решить их, обуздать свои эмоции. По крайней мере, просто успокаивайтесь, эта истерия вся не по поводу мужчины, а по поводу того, что вы не сможете решить свои проблемы личные, которые у вас накопились. Вот, за счет этого мужчины. Надеюсь, вы как-то поддержите женщину, напишите комментарии и просто дайте наметки, как себя вести. Может, у вас хорошие примеры есть, как вы в таких ситуациях поступали. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.